да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Пройденный путь. И к кому на свадьбу ты пойдешь в таком виде? К нам. Не-не-не, если ты в таком виде припрешься на свадьбу, я в ЗАГСе скажу нет. Он после, то есть он до свадьбы. Ну что, ребята, вы этого так долго ждали, спрашивали, когда же я наконец выйду замуж. Так вот, отвечаю на этот популярный вопрос. 6 июля мы с Антоном женимся. Мы ждем вас. У нас будет роспись. А дальше, куда душа нас поведет? Поэтому мы не знаем, как будет продвигаться наша свадьба. Но мы вас приглашаем. Приходите, не пожалеете. Надеюсь. До скорых встреч.